снова начинаешь. На тебе две пальцы, одной любви, от твоей любви. Отмотать бы пленку, но все засвечено. Мы не отдадим, в тебе отойдем. Стучался к тебе в дверь, но забудь, что ты не одна. Я знаю, не откроешь, я буду тут до утра. Однажды все пройдет, и запомни эти слова. Тоненькая лирика, отпускай чужие голоса из памяти слов, которые нельзя никому сказать. Глаза сменили тон, ты отпустила тон. Мой дом теперь закроется навсегда. Ребята, всем большой привет! Вы на канале Фламинго, и сегодня мы с вами разбираем песню на гитаре. Называется она «Отпускай», исполняет ее группа «Три дня дождя». Хочу сказать, что мы будем разбирать не оригинальную тональность, потому что в ней целых три аккорда с баре, а я хотела вообще полностью от них избавиться, потому что среди вас, скорее всего, есть ребятки, которые только начинают учиться играть на гитаре, и аккорды с баре даются им немного трудно. В общем, мы с вами все упростим до такой степени, чтобы у всех все получилось. Давайте смотреть разбор. Поехали! Бум! Я уже говорила, мы будем с вами разбирать тональность, где не будет ни одного аккорда с баре. Все аккорды очень простые, давайте на них посмотрим. Первым аккордом будет С. Дальше АМ. ЕМ. И аккорд Д. С, АМ, ЕМ и Д. Аккорды будут играться в той же последовательности, в которой я их и объясняла, то есть С, АМ, ЕМ и Д. Они у нас повторяются и в куплете, и в припеве, поэтому больше ничего из аккордов запоминать не придется. Теперь давайте перейдем к изучению боя. Я вам предложу два боя, которые мы соединим. Первый бой будет играться на приглушенных струнах. Мы будем играть его в куплетах. А второй бой будет играться на открытых струнах. Он будет звучать громче. Его использовать мы будем в припевах. Давайте начнем с боя, который мы будем играть в куплете. Перед тем, как начать его разбирать, давайте послушаем. Чтобы сыграть такой бой, нам нужно взять правую руку, правую ладошку и вот эту вот часть руки поставить сюда вот на струны. Не прижимать сильно, а просто прикоснуться, чтобы струны были как бы приглушенные. Ставим, заглушаем струны и теперь давайте разбираться с ударами. Вы, наверное, заметили, что этот бой состоит исключительно из ударов вниз. Так оно и есть, но эти удары у нас разные, они отличаются друг от друга. Есть удары, где мы должны задевать все струны, которые должны звучать в аккорде, а есть удары, где мы должны задевать только басовые струны. Мы будем комбинировать эти удары, чтобы получить именно тот бой, который подойдет под нашу песню. Зажимаем первый аккорд, это аккорд С, правой рукой приглушаем струны и делаем один удар вниз по всем струнам, которые должны звучать в аккорде С. Это у нас первые 5 струн, шестую струну мы можем заглушить либо большим пальцем, либо не задевать правой рукой при игре. Делаем первый удар, и дальше нам нужно сделать 2 удара по басовым струнам. Это может быть либо только 5-я струна, либо 5-я вместе с 4-й. Еще раз. Так мы играем 2 раза. А на третий раз мы делаем удар по всем струнам, и потом один удар по басовой. И получается у нас вот такой вот бой. Еще раз. В этот момент мы меняем аккорд на АМ. Здесь у нас тоже должно звучать 5 струн, все кроме 6, и повторяем то же самое. Следующим аккордом будет ЕМ. Здесь мы уже задеваем 6-ю струну. И дальше аккорд Д, где мы задеваем только первые 4 струны. Теперь давайте соединим весь бой. Теперь перейдем
ко второму бою. Он у нас будет звучать в припеве. Он играется очень-очень легко, по открытым струнам. Нам ничего не нужно глушить здесь ладошкой. Это бой шестерка. Играется он таким образом. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Играем по одному разу на каждый аккорд. Давайте попробуем что ли с вами спеть. Я обязательно прикреплю вам слова и аккорды к этой песне. Снова мысли наши, на тебе две паузы. От моей любви, от твоей любви. Отмотать бы пленку, но все засвечено давно. Во мне дай дым, в тебе дай дым. Стучался к тебе в дверь, но забудь, что ты не одна. Я знаю, не откроешь, я буду тут. Однажды все пройдет, ты запомни эти слова. То не поверька, отпускай чужие голоса из памяти слов, которые нельзя никому сказать. Глаза сменили тон и отпусти ладонь, он тебе закроется навсегда. У нас получается такая версия песни. Я надеюсь, что вам понравился этот разбор и у вас получилось эту песню сыграть. Я всех люблю, всех обнимаю. Не забывайте ставить лайки этому видосу, подписываться на канал. Всем пока-пока!